вещи. У каждого курсанта свой денежка. Все предусмотрено было сначала для... Можно здесь, да, конечно, можете приходить смотреть. Здесь в основном проходят занятия. Сам маленько. Общество Владивостока, не знаю, учится в Петербурге, сам Петербург. Уже не в этом году, и не в следующем. И не ближайшие 5 лет. Не пожарная безопасность, а другие. То такой должности. Смысл выделять вообще денежные средства, это же... Ну, много, конечно, нюансов. Что сейчас работаю. У меня вообще отец в этой сфере. Ну и хочется пойти по его стопам. Ну и, в принципе, такая профессия, что... В будущей жизни, когда закончишь такое заведение, не пропадешь. Девочки наравне с мальчиками, то есть поблажек девочкам, конечно, никаких нет. Также они ходят в строю, также они носят форму, также они посещают те же занятия, что и мальчиков, то есть разницы между девочками и мальчиками нету. Но единственное, только нормативы по физической подготовке у них более щадящие.